Всем еще раз добрый день. Мы продолжаем беседовать с Дмитрием Брыляковым, человеком абсолютно уникальных компетенций в сфере торговли на российской бирже. Уникальным тем, что абсолютное большинство его учеников зарабатывают на бирже с первых месяцев практики. Это не случается практически нигде и никогда. Такие исключения очень редки, и мы пытаемся понять, в чем суть этого феномена. Сегодня во второй части мы как раз-таки подробнее остановимся на результатах, на учениках, на собственных результатах Дмитрия, на его сделках, и зададим ему еще несколько интересных вопросов. Итак, Дмитрий, приветствую вас еще раз. Да, здравствуйте. И в прошлый раз мы остановились на том, что вы показали на графике кратко некоторые принципы о том, как вы торгуете. Я хотел вам сразу спросить следующий момент. Вот вы говорите о том, что не нужно находиться в рынке много времени, да, вот нужно побороть себе это желание постоянно быть в сделках, что нельзя взять абсолютно каждое рыночное движение в себе в карман. Но такой вопрос, который нам очень часто задают: а как определить, какую часть рынка забирать себе в карман, а какую не забирать? Вот если можно так вот сказать, но такой вопрос нам приходит очень часто. Вот что вы можете на этот счет сказать? Ну, на этот счет я бы даже, наверное, привел примеры, которые выложены в группе. Есть некоторые методы определения целей по сделке, некоторый потенциал движения цены, и в большинстве случаев потенциал этот отрабатывает и дает, в принципе, даже больше. То есть мы сейчас как раз об этом и поговорим дальше, да, по этим сделкам? Ну да, 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 как раз здесь и будет показано. Вот, например, сейчас я открою, сделка была. Я пока напомню нашим слушателям, что вот то, что вы сейчас видите на экране, это группа, которая находится у нас в инфоклубе, ссылка у вас будет приложена к видео. Она у нас существует с февраля 2016 года, то есть уже, ну, довольно долгое время, получается полгода даже больше, да? Ну да, уже и больше за это, да, и за это время Дмитрий в группе делился в первую очередь своими сделками, которые он совершал на реальном счете на бирже. И сегодня мы хотим подробнее остановиться, подвести, скажем так, итоги этого полугодия вместе с вами в прямом эфире, что из этого вообще получилось и какие были результаты. Так, да, пожалуйста. Да, покажу сделку, она мне больше всего в этом году понравилась. Сделка, с одной стороны, как бы простая, с другой стороны, сложная. Сложность в том, что высидеть ее, это, ну, действительно проблема. Длилась она 2 месяца. Сделки я причем не выкладывал не постфактум, а именно в реальном времени. Видел ситуацию и говорил, что мы делаем, куда пойдем. Например, на фьючерс доллар-рубль была сформирована классическая фигура. Треугольник, да, мы видим. Было это в 13.39 18 февраля 2016 года. То есть это было выложено в группе. Дальше фигура пошла, ну, в свою сторону, да, куда она показывала направление. То есть это так, 18 уже 2 марта. Так, это уже прошло 2 недели почти. Ну да, две недели прошло. Ну, мы как бы заранее видим какую-то ситуацию и пытаемся уже готовиться к ней. Значит, тут уже надо было начинать входить в рынок. Если кто не успел, здесь я также писал, если не успели войти в шорт и взять профит до первой цели, то там можно как бы опять зайти в сделку. Цель по классике мы определяем по размеру фигуры. То есть она была 10 тысяч пунктов. Если мы заходили от 75, по-моему, да, то цель у нас была по фигуре в район 65 тысяч. Это было написано 18 февраля 2016 года. Дальше мы эту сделку вели по целям. И в итоге можно посмотреть. То есть не просто, скажем, да, у нас 65 тысяч, она была разделена на несколько частей. Можно несколько способов использовать торговлю. Допустим, заходим мы какой-то суммой. И на какой-то первой либо второй цели мы кроем либо треть, либо половину позиции. Забираем по ней профит, и часть мы оставляем. То есть, если цена вернется обратно и пойдет выше вашего входа, вы можете даже закрыть сделку по факту, как бы
по графику имею в виду, в минусе, но по факту в плюсе вы будете. То есть такой простой как бы алгоритм разделения позиций, и в любом случае, если цена пошла, вы уже получаете профит. Ну да, и уже психологически комфортнее дальше продолжать эту сделку. Конечно, конечно, конечно. Вот я сейчас как раз смотрю на эти результаты и вот все-таки понимаю, насколько большое преимущество имеет трейдинг, который не связан с большим количеством сделок, потому что, ну вот за тот же, вот сколько вы говорили времени, это месяц, да? Два месяца. Это два месяца, то есть за два месяца можно было, ну, понятное дело, по каким-то рабочим вполне стратегиям, конечно, такие есть, там, торговать каждый день, делать по несколько десятков сделок, но психологическое состояние по итогам этих двух месяцев, да, какое бы было, еще не факт, что вы бы смогли все-таки что-то заработать. Больше стресса бы здесь было. А все-таки, вот, когда одна сделка хорошая, она уже пошла в твою сторону, во-первых, уже и спокойнее спится, что называется, и приятно. Так и есть, так и есть. Тут еще такой фактор есть, допустим, пошла вроде в сторону, куда надо, потенциал 10 тысяч пунктов, люди забирают там 1000-2, в лучшем случае 5 тысяч пунктов, лишь бы забрать хотя бы чуть-чуть, и, как говорится, и в кусты, и сидят без сделок, а по факту деньги упущены. Это тоже называется одним из таких терминов, для многих неприятным, это жадность. Ну, как бы неспособность взять что-то большее, чем есть сейчас. Ну, тут у жадности две стороны. Жадность денег, она как бы, это когда делается много сделок и ловятся стопы, да? Жадность денег, хочу много заработать, буду всегда в рынке. И дальше момент. Берем часть движения, жадность забрать вот здесь сейчас свои там 2-3 тысячи пунктов, но в итоге из большого потенциала, да, который можно было заработать. И третий момент, это когда дошли мы до потенциала своего, люди думают, а вдруг дальше рынок пойдет, не выходит, не закрывает сделку, и рынок, цена возвращается обратно, и в лучшем случае люди закрываются по безубытку. Я бы на самом деле, наверное, на одну ступень поставил вот эти две проблемы, когда человек входит в рынок и не может понять, зачем он туда залез, и когда он выходит и не может понять, зачем он вылез, да, грубо говоря, из сделки. То есть, мне кажется, это две стороны одной медали. Ну да. Все это жадность и психология. Ну и по сути, мы в настоящее время сейчас до сих пор по доллару торгуемся в районе 65. То есть за два месяца было пройдено 10 тысяч пунктов. Я, кстати, у вас видел сейчас чуть выше, что 9 марта вы писали о том, что для тех, кто уже закрыл сделку, профит там составил, по-моему, 1005 пунктов, да? 10 тысяч пунктов. А, 29 апреля, да. То есть сделка, и первый этап был 9 марта, это там на первой странице было, и вот до 29 апреля. Ну да, интересно. Да, там были выполнены цели определенные первые, где мы частично закрывали, на отскоке опять можно было заходить. Вот. Ну, на если мы берем стоимость одного контракта на доллар-рубль порядка там 5-6 тысяч, он колеблется, да? Ну и 10 тысяч пунктов. При стоимости в 5 тысяч рублей за контракт это 200%, при стоимости там 6 тысяч рублей это чуть меньше процентов. Сколько было на тот момент, я не помню, но, по-моему, там 6700, что ли, он стоил. Ну, порядка 150% получилось точно. Потрясающе. Далеко не каждой, кстати, стратегии, даже внутри дня это можно еще добиться. Ну да, это как раз сложность вызвана тем, что люди стараются быть всегда в рынке. Интересно. Так, и переходим тогда к следующим. Да, я знаю, что это была не одна сделка далеко. Особенно вот получается, Дмитрий, наверное, вот правильно говорят, да, что основное время благоприятное для торговли это все-таки весна, зима, осень, никак не лето. Да. Или когда как? Торговать можно всегда. Вопрос в дисциплине в любом случае. А торговать можно и нужно всегда. Ясно. Так, вот еще сделка это РТС у нас, да, февраль опять же. Да, сейчас я посмотрю, да, вот здесь у нас была одна сделка, тоже классика жанра. Ну, даже похоже на предыдущую. Тот же технический анализ.
цель, видим размер фигуры, дошли до цели. В принципе, все было отработано. Сейчас так, этот РТС. В основном я работаю на фьючерсе на индекс РТС и доллар-рубль. Так, дальше мы, значит, ага, я озвучивал, кстати, был у нас тренинг бесплатный. И там мы рассматривали график, вот о чем я говорил, что мы в реальном времени только все рассматриваем. Мы подошли к уровню 75, под ним торговались, и как раз отскока не было видно. И я зашел на пробой этого уровня, цель была получить там, по-моему, 5000 пунктов. Тоже это было 18 февраля, кстати, да, как с долларом одновременно. И сейчас я покажу результат. Результат в 5000 пунктов был получен. Дошли мы до 80, рынок, в принципе, ушел и выше гораздо, но озвученная цель, она была взята. Кстати, взята она была достаточно быстро. Вот я смотрю, по дате 18 февраля вы озвучили эту возможность, и уже цель выполнена была 2 марта. Да, да. Ну, 5000 пунктов, это если мы берем стоимость одного контракта, там порядка 15 тысяч рублей он стоил тогда. Шаг цены у нас получался где-то 14 рублей, то есть 1000 пунктов это 1400 рублей. Умножаем на 5, получается сколько, где-то 7000 рублей. Ну да, примерно. Ну и вот 7000 рублей от 15 тысяч, это получается, сами, ну, представляете, сколько, да? Да, да, но это половина почти. Да. Ну, вопрос в том, что мы на всю, как бы, на весь депозит, на всю сумму не торгуем. Это неразумно. Элементарно нужно соблюдать риски, money management, так называемый. Не, ну конечно, то есть прибыль всегда, вот, кстати, оговоримся для наших зрителей, что когда мы говорим о процентах прибыли, всегда идет речь не по отношению ко всему депозиту, а по отношению к той сумме, которая участвовала в сделке. Да, потому что, например, вот в данном случае мы часть денег вложили в РТС, в то же время часть денег вложили в доллар-рубль, да? Да. Плюс там еще опционами где-то мы вошли в сделку. И в итоге у нас пошло такое, ну, диверсификация портфеля получилась. И в данном случае она была очень удачной. Все сделки получились плюсовыми. Отлично, отлично, так. Вот так, теперь давайте посмотрим, что было дальше. Так, внутри дня я записывал пример, тоже в реальном времени. А, есть видео, да, можно посмотреть. За день было заработано, по-моему, там 1000 пунктов, двумя сделками всего, обе сделки были профитные. Ну, 1000 пунктов – это 1400 рублей, то есть 10%. Ну, за день это очень хорошо, я считаю. Ну, да, это хорошо. Это было вот 11 марта у нас. С открытия рынка поторговали, и так получилось. Так, дальше у нас идет РТС 21.03.16 выкладывалось. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Да, тут даже много было всего. Я смотрю, там даже ученики уже участвовали в этой сделке. Да, в некоторые сделки прям активно обсуждаем, что у нас получается. И у нас получилось, да, по дням у нас от уровня нарисовался разворот. Дальше по более мелкому таймфрейму у нас получилась фигура технического анализа. Собственно говоря, мы по ней входили, это сейчас по датам скажу, когда было, 21 марта. 23 марта мы уже половину потенциала забрали, тоже по фигуре, видите, да, вот здесь. Высота фигуры, высота фигуры. Все просто. И потихоньку мы подходим к цели. И вот видим, что мы ровно уперлись в цель, это было уже 24 марта. То есть за три дня мы взяли движение порядка 3 с лишним, по-моему, тысяч пунктов. Да, вот у вас там как раз написано почти 30%. Да, это почти 30%. 28,4. За два дня? Ну, это шикарно. Да, но это происходит не каждый день, тут не надо иллюзиями обрастать, что это каждый день так получается. Нет, ну, достаточно там 1-2 раз в месяц.
быть в рынке, сделать сделку и получить свои деньги. Да, то есть этого достаточно для того, чтобы потом по итогам года, как вы говорили в первой части интервью, да, вот по итогам 2015 года ваш там средний доход получается не менее 20% в месяц. Да, Вот как раз за счет таких сделок, да? ну такие сделки, причем я-то сам торгую опционами в основном, и внутри опционной конструкции я торгую уже фьючерсами. Это позволяет избежать рисков и стабильно зарабатывать. Как раз именно вот комбинация опционов и фьючерсов. Но отдельно фьючерсы, ими нельзя не торговать, если получаются такие хорошие ситуации на рынке. Их нужно использовать и нужно на этом зарабатывать. Как раз об этом и будет идти речь в курсе про Intraday на Форс. Да, вот мы, кстати, сейчас на нем тоже остановимся. У меня есть что вас спросить по этому Да курсу. ну. Так. Так, тут такая же фигура по треугольнику. Сейчас посмотрю, может Это что-то. уже апрель был, то есть мы уже Да. продвигаемся. Вот мы, смотрите, начали с февраля, рассмотрели март, апрель, Да, ну вот другой вот уже пример, просто май. по треугольникам как бы уже были показаны примеры, да, вот, например, другие мы видим при определенных условиях, скажем, звезды сошлись, и мы заходим в сделку, тоже описание есть этой сделки, почему зашли в сделку, зачем, 24 мая, ну и, в принципе, цена пошла наверх, и мы тут, по-моему, тоже 1003 заработали пунктов. А вот у вас, по-моему, во втором посте как раз вверху было написано там порядка 16%, вот чуть выше. Вот да, где скриншот 25 мая. А, 18%, да. 18. За сутки. За Да, сутки. за сутки. Ну, цена так повела себя, быстро ушла наверх, в принципе. Очень интересно. То есть, Дмитрий, ну, я так понимаю, что там сделки вот эти ваши можно рассматривать бесконечно. По сути, их там очень много. Можно задавать там же вопросы. Все это бесплатно. На вопросы я на все отвечаю. Да, а давайте рассмотрим, я думаю, многим это будет интересно, ну, какие-либо, может быть, сделки, если они есть, такие от ваших учеников, вот то, что, может быть, вам особенно запомнилось. Потому что люди сейчас, они смотрят, конечно, на вас, да, это ваши сделки, но а что ваши ученики? Давайте их удивим. Ученики, но это нужно смотреть уже в мастер-группе. Сейчас я посмотрю, может быть, что-то выкладывали за кулисы мастер-группы. Да, просто чтобы хотя бы люди примерно имели представление, Скорее что всего, это не только у вас такие результаты. да. По-моему, выкладывали. Сейчас посмотрим. А вот они, по-моему, первые. Так, нет. Так. А, ну да, вот Владимир, это один из первых учеников. У него первый месяц не получалось торговать фьючерсом вообще. Потом мы с ним несколько занятий провели индивидуальных. И, в принципе, он стал сделки делать хорошие. Зарабатывает он опционы плюс фьючерсы. Сейчас давайте, наверное, чтобы не быть голословным, я открою мастер-группу платную все-таки. Давайте. Маленько приоткроем завесу. И Да, сейчас уникальный момент будет. Мы никогда публично не показывали эту группу еще ранее. ну вот, например, Александр Самарин, да, по итогам месяца выложил результаты. По-моему, здесь или. Эх, нет, не здесь. Сейчас найдем где. А там первая страница еще, кстати, была. Может быть, Это там. он, по-моему, в разделе в другом выложил. Сейчас я найду. Да, вот тот же Владимир, да, с кем мы, про кого я говорил. Вот, например, сегодня купил фьючерс, да. Купил в отметке 89 500. Ну, на сегодняшний день цена у нас базового актива уже в районе 96 ушла. Закрылся он, конечно, не сразу, закрылся он, взяв там, по-моему, несколько тысяч пунктов. Это вполне хватает для его аппетита. Мы не жадничаем. То есть это было у нас с начала июля. Вот он сделку озвучивал, да, зашел от уровня. Ну, Дальше. 6 июля, да. Да, несколько попыток у него было, но попытки были хорошие. Так, а где у него? Ну и вот 12.07 он уже забрал 10% к счету.
С 6 до 12 июля, то есть в течение недели. Не совсем в течение недели, мы с 15 июня начали практику. И вот он потихоньку с 15 июня по 12.07, не торопясь, там пара сделок буквально сделал 10% к счету. Ну, это мы говорим, что к счету, но не торгуя всем размером депозита. Ну да, разумеется. Но это очень-очень хороший результат, тем более, если у него сначала не получалось. Но я скажу, вот если мы посмотрим даже график доходности, да, вот эта линия кривая, синяя наверх, сейчас рынок как раз в районе 96, у него доходность увеличится. То есть, по сути, у него сейчас больше, чем 10%. А он эту позицию еще держит сейчас, да? Да, он ее будет держать до 21 июля, ну, как минимум до 20, я думаю. Вот как. То есть это еще принесет ему дополнительные деньги сейчас. Да, я думаю, что он отчитается, и Отлично. завтра у нас занятие будет, думаю, что завтра он расскажет нам про это. Отлично. Вот. Так, дальше, сейчас посмотрим, по-моему. Да, вот, например, еще один ученик, Александр Самарин, закрыл свои сделки, 7% к депозиту у него получилось. Ну, он торгует у нас на практика первый месяц. То есть он сразу же, без всяких там минусов, выполняя просто все указания, принимая причем самостоятельное решение, он заработал около 7% к депозиту, как он написал. Но сейчас рынок вверх маленько ушел, процент должен у него увеличиться, потому что он часть позиции оставил. Ясно. Очень интересно. Дмитрий, давайте, наверное, покажем еще раз. Ну, потому что учеников можно разбирать здесь тоже достаточно долго, сделок много и все хорошие. Вот в этой закрытой группе, я знаю, у вас там есть список просто с именами людей, которые отчитываются о своих сделках, чтобы просто люди увидели, что их там действительно много. Вот, посмотрите. Ну, причем отчитываются не все далеко. Да, то есть это только те, кто просто, ну, из каких-то соображений, так скажем, дисциплины и соображений просто поделиться своими результатами, ими делятся, и этих людей очень много. Ну, я знаю, что есть еще другие люди, которые работают с крупными депозитами, и они просто, ну, принципиально свои результаты не показывают. Мы, конечно, уважаем их позицию тоже. Это нормально. Ну, как говорят, деньги любят тишину, видимо, поэтому и молчат. Да, то есть тут никаких проблем абсолютно нет. Но и из того, что есть, как видим, тут с десяток человек, мы бы сейчас могли все это, конечно, рассмотреть, но это будет, конечно, долго. И я думаю, что не все люди поймут, потому что не все знают вот именно методику торговли, что, как. Я убежден, что нас смотрят большинство людей, все-таки это новички, и им сложно понять, что такое там опцион, фьючерс, как все это рассчитывается, что такое контракт и так далее. Поэтому сразу на этой ноте хотел бы перейти к главной теме. Я знаю, что вы торгуете, как вы сказали, опционами, фьючерсами, но ваш новый курс называется Intraday на Форц и касается фьючерсов. Вот я бы хотел сейчас, чтобы вы как-то прокомментировали вот эту разграничительную линию, можно сказать, между опционами и фьючерсами и почему ваше внимание в новом курсе сосредотачивается именно на фьючерсах. Ну, как я уже говорил, что ситуации на рынке бывают интересные, и пренебрегать ими как бы категорически нельзя, нужно уметь ими пользоваться, зарабатывать на этом деньги. То есть правильно ли будет сказать просто, что это опционы, фьючерсы, это не хорошо, не плохо, это не лучше, не хуже, это просто разные инструменты. Вот я, например, знаю, что для опционов нужен, ну, все-таки достаточно большой депозит, ну, хотя бы от 100 тысяч рублей. А в случае фьючерсов может быть достаточно и 5 тысяч рублей для практики. Ну, или там как для более комфортной работы 15-20. Ну да, все верно, все так и есть. Инструмент сам по себе интересный, и зарабатывать можно. Почему бы, скажем, не дать вот эти способы заработка? Причем мы торгуем внутри дня без всяких индикаторов, мы торгуем голый график, у нас даже объемов на графике нет. Мы ориентируемся именно по движению цены, по ситуациям.
Да, то есть на рынке существует много разных инструментов. Мы сейчас не беремся их между собой как-то сравнивать, потому что у всех есть свои плюсы, свои минусы. Какие-то инструменты подходят для больших денег больше, и это, наверное, справедливо для опционов как раз-таки. А какие-то дают шанс начать зарабатывать приличные деньги с небольшим депозитом. Вот именно с этой целью, можно сказать, в основном и создавался курс Intraday на Форд, потому что опционы это одно, это понятно, но все-таки депозита требует немалого, и далеко не у каждого человека есть такие свободные деньги. А в первой части нашего с вами интервью мы как раз и говорили о том, я просто напомню нашим зрителям, если вы не смотрели, обязательно посмотрите первую часть, там шла речь о том, что чтобы начать успешно зарабатывать на бирже, очень важно работать не на последние деньги. И пусть лучше выделить себе сумму какую-то маленькую, но чтобы это было вам комфортно. Вот как раз для тех, кто не готов потратить большие деньги сразу, потому что я знаю, для многих людей там 100 тысяч рублей выделить это все-таки немало, это довольно много. Есть способы не хуже, которые ничуть не там не медленнее как-то, не хуже, чем опционы или другие какие-то инструменты научат вас извлекать деньги из рынка в свой карман. И таким способом в данном случае является торговля фьючерсами на российской фондовой бирже. Дмитрий, прежде чем, ну, конечно, прошу вас рассказать о том, что это вообще за курс, что вы задумали, что там будет, как будет проходить обучение и почему именно российская биржа и почему Форц? Ну, по порядку, да, пойдем, значит. Еще хотел бы я добавить, чтобы люди не торговали никогда на кредитные деньги ни в коем случае. Да, это, конечно, это абсолютно. Значит, почему интрадей, как будет происходить? Как вы заметили, достаточно интересный стиль торговли. Происходить будет таким образом. Сначала у нас будет теория, это порядка там 5-6 занятий по 1,5 часа, и потом у нас будет месячная практика. Каким образом, по каким дням будет происходить, скажем, практические занятия, я сейчас сказать не могу. Это будет в расписании отдельно выложено. Вот. И почему именно Фордс, почему не западные площадки? Фордс, он, во-первых, более доступен для наших резидентов. Вход на рынок Фордс гораздо ниже, чем на западные площадки. Это порядка там вот те же 5000 рублей достаточно, чтобы уже открыть реальный счет и начинать пробовать свои сделки. Зона рублевая, все брокеры подают сами налоговую отчетность, сами забирают налоги, вывод денег достаточно быстрый в течение одного дня. Инструментов, конечно, относительно западных площадок в разы меньше, но тем самым и проще. Если у нас, например, там порядка 4-5 ликвидных инструментов на рынке, я имею в виду по фьючерсам, то придя на западную площадку, например, на NICE, там порядка 3500 инструментов торгуются, плюс на эти инструменты есть фьючерсы, плюс эти инструменты все разделены по группам. В каждой группе есть свой индекс, и на эти индексы есть тоже фьючерсы. В общем, куча инструментов. Сориентироваться в этом всем очень сложно. Чем торговать, определиться новичку практически нереально, как выбрать, скажем, там акции какие-то или фьючерсы какие-то, какого сектора, каких компаний. Поэтому рынок Форекс, он здесь проще, доступнее. И сказать, что буквально сегодня где-то фразу вычитал, что западные площадки, они более прибыльные, это в корне неправильно. Если вы не умеете торговать на российском рынке, то на западном рынке у вас тем более не получится. Ну и плюс мы сегодня уже рассмотрели ваши сделки учеников, то есть тут возможности, я думаю, уже всем, наверное, понятно, что возможности по прибыльности, они как минимум не хуже. Ну, не, прибыльность тут сложно сказать, что именно прибыльность будет отличаться, скажем, западных площадок от российских. Нет, прибыльность не отличается, отличается, скажем, количеством инструментов. Вот и все. Ну да, и все будет зависеть все равно от человека, который торгует. Как вы правильно сказали, если на каком-то рынке на одном он не может, то это не означает, что он вдруг сможет на другом. Ну, так и есть. Да. Так, ну, Дмитрий, в принципе, я задал вам все вопросы, которые хотел задать и я, и наши зрители, и слушатели. В заключение хочу сказать о том, что
курс Intraday на Форд стартует уже в самое ближайшее время. Мы приготовили полную презентацию этого проекта. Ссылка у вас будет под видео. Переходите прямо сейчас, смотрите и записывайтесь на обучение к Дмитрию. Сегодня вы увидели примеры его собственных сделок, сделок его учеников. И поскольку данный курс Intraday на Форд создан с тем, чтобы открыть вот такой вот прибыльный трейдинг с самых первых дней для людей, которые не обладают большими деньгами, поэтому у вас есть все шансы работать через несколько месяцев уже не хуже, чем Дмитрий. Вы сегодня увидели тому прямые подтверждения от его учеников, многие из которых уже зарабатывают в принципе так же. Остальное все будет зависеть от вашего опыта и от упорства. Так что рекомендуем ознакомиться с программой и записаться на обучение прямо сейчас. У нас условия участия в тренинге меняются и меняются каждый день. Для наших подписчиков и зрителей предусмотрены скидки, но они заканчиваются довольно быстро. Кликайте по ссылке под данным видео, смотрите подробности. Ну а мы с вами на этом будем прощаться. Дмитрий, большое спасибо, что уделили время и ответили на все каверзные мои вопросы. Надеюсь, это у нас с вами будет не последнее интервью, и еще увидимся и услышимся. До свидания. Всем пока.